З 21 по 22 марта в Хнуре проходит Всеукраинская олимпиада по специальностям. Компьютерные науки, радиотехника, электронные аппараты и метрология. Студенты со всех вузов страны съехались, чтобы проверить знания в любимом деле и узнать, кто лучший. Приняли участие достаточно много представителей разных вузов со всей Украины. Западная часть, центральная часть, южная часть. И общее количество участников достигло 71 человека. Я очень рад, что прошла почти целая эпоха, более 20 лет. И мы, наконец, снова в стенах нашего университета, на территории факультета, проводим олимпиаду по радиотехнике. Вот уже несколько часов не стихает шум клавиатур. Сосредоточенные ребята думают над заданиями и пишут программы одна за другой. Завдання на рівні вищого закладу вищої освіти і дуже цікаві, тому хто має базову високу підготовку, ті й перемогли. Победители не остались незамеченными и получили замечательные призы от NIC Solution. Это проверка знаний, это демонстрация своего уровня и, наверное, стимул для будущего, потому что эти ребята одни из лучших. Наверное, лучшее по Украине. Мне очень понравилось принимать участие в Олимпиаде. Это был достаточно интересный опыт. Также полученные знания, полученные навыки будут очень полезны в дальнейшем развитии. Олимпиада прошла прекрасно, было очень интересно, были классные задания. Всем, я думаю, очень понравилось. Эмоции, приятные эмоции. Побеждать всегда хорошо. К победе на этой Олимпиаде шел 3 года. С каждым годом Олимпиады становятся все лучше и лучше. Организаторы Олимпиады придумывают еще более интересные задания. Я вважаю, что университет электроники набирает темп и буду поширивать кількість специализаций. Все Олимпиады будем проводить каждый год. Вот, залучать инвесторов, спонсоров и будем развиваться. Так что если ты умен, целеустремлен, инициативен, то участвуй в Олимпиадах. Будущие Олимпиады ждут своих новых победителей.